На заседании Государственного совета Чувашии также был поднят вопрос о зарплатах министров. В опубликованных декларациях отмечен рост доходов. Вице-премьер правительства Светлана Генилина прокомментировала реплики депутатов. Повышения заработной платы министров не было. Заработная плата, как была в 2015 году, также она была сформирована в 2016 году. Но в целом по получению, так скажем, доходов министров, наверное, о доходах вы говорите, оно связано с разными вещами. Например, министры могли получить компенсацию за неиспользованный отпуск, они могли получить иные доходы, они могли и заниматься преподавательской деятельностью, они могли продать имущество, имеющееся у них и так далее. То есть это разные причины роста доходов министров, в том числе, может быть, и выплаты, там, скажем, другого характера. Ну, вот предусмотрено законодательством.